Так, что ж, поиграем, давайте в зомбиков. Давайте возьмем вот эту, вот эту, вот эту, вот эту, вот эту, вот эту. Что еще взять? Давай возьмем еще вот этого, вот этого, вот этого. Все, поехали. Так, на старт внимание сажай. Давайте садим наш первый подсолнух. Ждем, пока он вырастет. Так, давай, 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 быстрее, второй подсолнух. Так, сейчас уже зомбаки будут идти. Да. Успею я еще один подсолнух посадить или нет? Да, успеваем. Все, три подсолнуха мне достаточно. Теперь собираем мы соточку. 100 солнышек надо нам собрать. Так, все, 100 солнышек готово. Так, ставим этого сюда, чувака. Пусть бросает горячим маслом. Чем он там бросает? Орешками своими. Кукурузками. Так, давай, следующий подсолнух садим быстро. Так, пока этот сейчас у нас дойдет, он умрет. Так, все, соточку. Следующий вот этого мы будем убивать. Отлично, отлично. Давай, ты убей его. Блин, зря я посадил, конечно. Ладно, ничего страшного. Так, этого убьет он или нет? Так, давай еще одного подсолнуха посадим. О, монетка, спасибо. Монетка мне нужна. Так, ну у меня двойные подсолнухи будут. Поэтому будем садить. Так, я не... Ах, ты, ё-моё, не туда я посадил. Жалко, жалко, жалко. Ладно, будем ждать. Кого-нибудь другого посадим. Вот сюда. Так, ждем. Так, давай, стреляй уже. Во. Молодец. Стреляет. И следующего тоже нужно быстрее сюда садить кого-нибудь. Вот этого чувака. И, наверное, горохострела мы посадим. Так, горохострел тоже соточку стоит. Этот, смотри, защитной кепки идет. Блин, давай вот так сделаем. Ага, все, ждем, 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 ждем. Так, это, смотри, идет сюда, надо быстро ему помочь. А, нет, успел, успел. Ладно, давай на этого посадим. Так, чуваки, что мне делать? А, монеток пока нету, солнышек. Давай этого сюда посадим. Потихонечку сейчас мы... Нам нужно больше солнышек, правильно? Угу. Поэтому нам нужно... Слушай, я хочу этого посадить. Сюда. Все, бригада у меня. Еще вот здесь, вот этого, вот это, сюда нужно еще что-то посадить. Например, еще одну кукурузку. Пока идет нормально. Я не знаю, что сейчас начнется у нас. Так, что мне тут еще посадить? А, ну давай вот этого чувака сюда как раз. И надо будет подсолнышек мне улучшать. Так, сколько? 150 монет стоит. Чтобы двойной подсолнышек было. Да, дорого, конечно, стоит. Дорого. Но ничего не поделаешь. Зато у нас будут двойные подсолнышки. Во, двойные подсолнышки пошли. Так, приближается большая волна зомби. Давай вот эту линию будем хорошо защищать. Так, давай сюда поставим колючку, пусть они по колючке идут. Ага, вот они будут по колючке идти, им они будут умирать. Так, а сюда можно посадить такого большого ореха. Да, если они его едят, надо будет туда еще колючку, да, колючку зафигачить. На, это не будет сразу умирать. От колючки. Все. Погибли. Подсолнухов вообще нету. Так, сейчас мне нужно, если будет возможность, да, двойной подсолнух еще посадить. Надо было вниз двойной подсолнух садить. Вот там, защита хорошая. Так, что, давай кукурузу посадим еще. Так, монетка. Спасибо. А, либо замораживателя. Так, замораживатель 175 стоит. Вот. Так, здесь меня будет замораживать. Внизу. Так, ну что ж. Давай сюда колючку посадим. Пока они будут идти, колючка их будет мочить. Даже вот так сделаем. Пусть они стоят, кушают орешек. Как раз будет колючка их уничтожать потихонечку. А это хорошо, я придумал. То же самое, большой орех.
Так, ну все. Здесь, в принципе, у меня хорошая защита стоит. Так, большая волна скоро приблизится, но она мне не страшна. Так, колечко давай сюда наверх поставим. Так, монетку мне. Так, и надо будет еще сюда какой-нибудь орешек посадить. Вот такой хотя бы маленький. Нет, не туда надо было посадить. Ну, ладно. Сейчас мне нужно колючка еще. Сейчас вот сюда колючку посадим. Вот, замечательно. Замечательно. Сюда дорога стрела. Все, волна не пройдет. Никак она не сможет пройти. Так, нифига там какой чувак жрет мой орех. Так, ну там как бы колючка есть. Я не знаю. Так, двойной подсолнух нужен мне сейчас или нет. Я думаю, пригодится. Так, замораживатель сюда нужен прям. Конкретно причем. Вот сюда я посажу замораживатель. Так, сейчас будет большая волна, мне нужно орешек поставить сюда. Так, 125 стоит большой. Ну, сейчас, если... Да, денег хватило. Большой орешек мы поставим. Ага. Ну, давай, большая волна зомби. Потихонечку садим. Сюда побольше. Так, кукурузку. Вот, двойные орешки. Так, толпа прям мощная пошла. Так, давай сюда еще одну кукурузку посадим. Все, умирают они нормально, только путь. Вот такая большая волна. Во, это еще гореть будет. Круто. Так, еще одна волна большая идет. Ага. Так, вот такие, вот такая бригада у меня. Так, так же самое, выбрать растения нужно. Давай возьмем двойные растения. Кукурузку. Потом гранатомета возьмем. Вот этот орешек, защиту. Так, что там еще? Ну, можно вот бомбочек еще поставить. Так, ну, в принципе, все, поехали. Да, такая бригада у меня. Так, эти меня чуваки ждут. Надо еще сюда поставим защиту. А сюда нужно большой орех поставить. Ну, сейчас мы накопим на большой орех. Во! Да, они точно не пройдут уже. Да. Что еще интересного здесь можно? Ага, горохострел. Так, 250 стоит. Сейчас будем на мощного горохострела копить деньги. 250. Ждем. Монетка. Сейчас только заметил. Так, что он, где деньги? 250. А, он еще восстанавливает такого. Так, требуется скорострел, горохознат. А, блин. Не получится, да, его поставить? Зачем я его брал туда? Посадите сначала скорострел. А у меня скорострела что, нету, да? Угу. Ну ладно, буду знать. Давай тогда сюда этого посадим. Чувака. О, монетка, спасибо. Так, пока идет все нормально по плану. Так, давайте двойные эти подсолнухи посадим. В принципе, деньги есть. Пока что идет все хорошо. Волна у меня прям большая. Так, ну давай еще одна вот эта сами. Так, что там у нас? А, так долго растет эта штука. Черепец. Все едят там мои орешки. Ну ладно, ешьте, ешьте. Так, пока нормально. Все, что мне еще? Так, кого посадить? Давай вот этого чувака сюда посадим. Так, набрал что-то я какие-то непонятные растения. Так, большая волна зомби, да? Так, все, подсолнухи двойные у меня сплошные есть. Ох ты, подкопщики, я не знал, что тут еще подкопщики бывают. Что делать с подкопщиками? Ребята, ребята, что делать с подкопщиками? Сейчас мы их взорвем. Есть. Пришлось одного уничтожить.
Ну, с подкопчиками, которые вам и так, если они у меня сидят. Подсолнушки, это будет хуже, это намного. Эй, ты откуда у меня, блин? Зад вообще, а? Откуда ты меня здесь взялся? Эй, я не понял. Блин, смотри, что творится, а? Они мои подсолнушки сейчас сидят. Так, ладно, ничего страшного. Абсолютно, сейчас я дождусь бомбочек. Бомбочки, давайте быстрее восстанавливайтесь, алло. Ну давай же быстрее. На, сорвись. Так, одного взорвал. Так, теперь этого ждем. Блин, да сколько вас там вообще, этих подкопчиков. Блин, ну ладно. Еще один лезет. Еще один подкопчик. Ну, мы сейчас перчик включим. Все. Целую волну мы уничтожили. Так, бригада моя идет. Так, держись, орешек. Так. Пока что все нормально. Ждем. Так, ну они тут, подкопчики закончились, наверное. Наконец-то. Так, ну метка вижу. Так, сюда давай это отсаду. Так, скорострела, видишь, тут. Ну мне хорошо, что-то двойные эти подсолнушки есть. Поэтому... Так, большая волна зомби, ё-моё. Ладно, подождем большую волну зомби. Подкопчики опять лезут, смотри. Что с тобой сделать, а? С этими подкопчиками. И прям лезет, где у меня подсолнух стоит, а? Так, давай его взорвем. Все, взорвали. Так, давай здесь защиту поставим. Бедолашка. Сюда еще одного. Так, приближается еще зомби. Сколько зомби здесь будет? Ух ты! Прям много-много зомби. А, выживание день сложный, четвертый день. Так, вижу. Угу. Так, берем обычный подсолнух, потом берем, наверное, вот этого. Вот эту берем штуку. Да, что еще поставить-то? Так, вот защиту нужно нам. Бомбочек обязательно. Так, я думаю, что же еще поставить-то? Вот этого нужно обязательно. И, наверное, все. Наверное, все. Ну, на прозапас я возьму еще кого-нибудь. Так, этого нельзя грибочка взять. Ну ладно, возьмем. Ну, вот этого возьмем. И вот этого возьмем. Все, поехали, погнали. Ждем. Так, я хочу тройнушку взять. Тройнушку мы посадим сюда. Вот, сюда посадим мы. Подсолнушек. Так, тройнушка у меня срабатывает, да. Будет их убивать. Так, еще тройнушку посадим. И еще одно место у меня, две тройнушки. Так, ждем вот сюда. Так, все, садим. Все, как раз они будут всех уничтожать. Даже она будет огнем влиять. Круто. Прям удачно у них этот огонь. Так, этого сюда можно посадить. Пусть тоже стреляет колючками. Ну все, вся бригада работает у меня отлично. Замечательно. Так, это что тут за дэнсы. Так, этого посадить некуда, да? Блин, ладно. Ничего некуда. Так, танцевальщики пришли. Прям большая такая толпа. Что мне с вами делать? Бомбочку тоже некуда поставить. Слушай, надо что-то делать. Место освободить. Наверное, здесь вот. И поставить сюда бомбочку. Пусть взорвут все. О, замечательно, как все взорвались. Угу. Так, сумасшедший. Дурачок. Так, ну что, все умерли? Так, большая волна зомби. Ждем.
У меня для вас есть подарки. Не переживайте. О, ух ты, ё-моё. Этот меня может сломать. Так, я вот сломался сам. Хорошо. Бежим дальше. Там большая бригада. Так, видишь, они ломают. Хорошо. Что они успевают? Ух ты! Ладно. Нате, жрите. Взорвитесь сначала. Спасибо. Все взорвались, кто хотел. Так. Ну хорошо, что подкопщиков нет. Потому что для подкопщиков я не знаю, что у них здесь. А, они ломаются над вот этими штуками моими. Понятно все. Все понятно, мне даже стрельнуть нечем. Что ты будешь делать? А-а-а. Так, как же мне поступить-то? Куда мне это положить? Ладно, взорвитесь. Вот эту сторону мы все взрываем. Нет, следующие бегут, а? Что ж ты будешь делать-то? Так. Слушай, а куда идти мне сейчас? Я не понял. Давай, взорвись. Вот, молодец. Кабачок. Так, а здесь бомбочки, они взорвутся все. Все взорвались. Замечательно. Так, опять эти бегут. Гады. А, он внутри стреляет чем-то. На кошку стреляет. Понял. Блин. Давай туда огонь поставим. Вот, с помощью... С огнем, конечно, шутки-плоки. Так, что у нас там? А, у нас деньги закончились, прикинь. Я не пойму, почему. Что ж такое творится? Так, у нас деньги закончились. Надо по солнышке садить. Угу. Садим. По солнышке. Так, опять вторая волна большая бежит. Ёшки-моташки. Надо этих как-то уничтожить. Гадов. Ух ты, они прям под земли прям бросают. Так, у меня все, деньги закончились. Мне нужно орешки купить. А, ну сейчас я выйду. Кабачком. Блин, одного только уничтожил. Кабачок, жалко. Так, потом уже сюда садим. Да, бригада такая жесть. Вот они там всех уничтожают. С картошкой своей. Все, взорвался. Да ё-моё, опять уничтожил мне кого-то. Так дело не пойдет. Надо как-то его гасить. Кабачком. На тебе, зараза такая. Так, сюда вот. Так, ну что ж, у нас тут денег нету, да? Угу. Еще зомби приближаются, да сколько их там? Подожди. Они мне и так тут всех... Так, план отражено 6. Так, давай бомбочек возьмем, вот это вот возьмем. Так, вот эту возьмем штуку. Так, этот нет, не подходит мне. Так, давай подсолнушков возьмем. Что взять? Кабачок обязательно, орешки. Все, поехали, погнали. Так, что у нас здесь? Так, этот умер один. Видишь, я не смогу, наверное. Блин, они меня все равно сейчас сожгут, ладно. У меня денег нету, вообще капец. Как они собираются? Чтобы я выиграл здесь, а? Никак не выиграешь. Здесь большая толпа такая идет, здесь надо что-то поставить. Ну, давай кабачок пока поставлю. Уничтожу. И сейчас попробую докопить денежки. До перчика. Так, давай поставим. А, один прошел, да, все-таки? Гад. Как ты прошел? Идем. Так, пока тут будет стоять жрать, сдохнет. Так, ну все, одна у меня открыта. Сторона. Так, вообще денег нет. Мне нужно подсолнухи сажать. Хорошо.
Так, орешек. Давай хотя бы маленький посадим. На большой денег хватает. Так, ждем. О, прыгуны пришли. Прыгуны, как же мне вас... Как же вы мне надоели, прыгуны-то эти, а? Так, сейчас пячек ставим. Раз, два, три. Все. Все, пайпал, взорваны. Пусть пойдет немножко. Ага, хотя перепрыгнули, смотри. Блин, как жаль. Так, очень тяжело, вообще напряжно, я не знаю, что сейчас. Кого поставим, то давай вот этого кабачка сюда. Так, у меня вот эта вот линия, она очень такая опасная. Да. Так, кушайте пока орешек. Там такая толпа идет не голодная. Ну все, вот, если я сейчас насобираю. На пяточке. Что насобираем? Нет, мы собираем. А нет, он собрал, он собрал. Есть, взорвало всех. Отлично. Так, вот с этими что делать, а? Которые бегут. Да. Надолго не хватило его. Так, все, большая волна пошла. Денег нету. Так, смотри, они все прям сюда идут, но мы на эту сторону. Девушки-мазашки. Сейчас будем думать, что делать. Так, это не помогло. А, перепрыгнули все-таки. Блин. Да. Никак не получится. К сожалению, сожрали мозги. Да, зомби съели твои мозги. Вот и конец игрушечки. А если тебе понравилось, то обязательно ставь лайки и подписывайся на канал. Всем пока-пока.